Заявки на конкурс люди присылали в течение месяца. Всего в стране было собрано более 15 тысяч заявок. В Рязанской области, что символично, 162. В финал конкурса отобрали 10 лучших проектов. Этот конкурс дал нам возможность увидеть реальную картину событий в стране, связанных с тем, что сегодня реально хотят люди, и это позволило нам понять гораздо больше, чем за все социологические исследования, которые проведены. Поэтому в этом смысле результаты этого конкурса бесценны. И очевидно, что мы продолжим общаться с людьми в разных форматах. Среди множества креативных идей победителями выбрали троих. Третье место заняла идея по обустройству удобного двора для пенсионеров, второй – спортивный клуб в поселке Листвянка и главный приз – проект по очистке набережной в Касимове. Цель проекта – повышение туристической и инвестиционной привлекательности муниципалитета. Город Касимов. 29 апреля к нам придут первые туристы, водные, так скажем, которые пойдут по теплоходу. В этом году планируется 70 визитов в Касимов. Каждый визит – это порядка 100 туристов. Это в общей сумме 7 тысяч туристов. Сейчас в Касимове нет пристани. Ее год назад распилили на металл. Я прошу помощи у всех. Помогите Касимову, дайте нам пристань. Победитель получит не только денежный грант, но и поддержку в процессе реализации. У нас есть по всей области большое количество активистов, и как и в Касимовском в этом проекте, так и во всем проекте «Новая река Ака» будут задействованы в том числе и наши активисты. Более того, мы даже с митрополитом Марком уже вели беседы на тему того, чтобы его трудников тоже привлечь. Мы будем сопровождать все проекты лауреатов, которые здесь сегодня были представлены, и, естественно, наша поддержка не ограничивается только теми денежными выплатами, которые сегодня были вручены, но и нашим сопровождением. Во-первых, помощью наших активистов в деятельности. Во-вторых, конечно, помощью в переговорах с администрацией. В общей сложности победители получили на реализацию проектов 300 тысяч рублей и поддержку партии.